На острый злободневный вопрос от жителей ответил глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев в ходе первого очного в текущем году приема граждан по личным вопросам. Что больше всего заботит людей и в чем просит содействие у руководства муниципалитета, в материале Ахмата Халкечева. Диалог с населением не прекращался и в период ограничительных мер, предпринятых из-за пандемии коронавируса, но проходил в режиме онлайн. Людей заботят вопросы из самых различных сфер жизни. Преимущественно граждане просили районное руководство содействие в разрешении проблем, связанных с участием в программе господдержки «Молодая семья», а также земельных и имущественных отношений. У меня вопрос был, наверное, который касается всех молодых семей. Это молодежная программа и земельный участок на третьего ребенка. Вот ребенку скоро 5 лет, третьему. Вот, ждали, но обещали, что в течение 2 недель получим. Вот насчет молодежной программы надо еще чуть-чуть подождать. 4 детей. И вот все еще ждем. Надеюсь, будем ждать недолго. Все просьбы обратившихся были внимательно выслушаны и зафиксированы протоколом администрации муниципалитета. В свою очередь глава района заверил граждан, что по всем обращениям в соответствии с установленным порядком будут приняты меры. Анализ делали, ну, скажем, обращались нам в пределах, скажем, 100 человек. Из 100 человек где-то 60% в течение недели получили ответ на свои вопросы. То есть вопросы разрешились. Где-то процентов 12-13 стадии решения. Но, честно до конца говорить, где-то процентов 17-18, ну, скажем, не в наших силах решить эти вопросы. Но в дальнейшем мы им советуем обязательно, куда обращаться, какие действия делать. Вот такое общение, оно обязательно нужно. Говоря о значимости диалога с населением, Мухаммад Амин Чумаев подчеркнул важность данного формата общения с людьми для обеспечения открытости администрации. Ну а чем доступнее она для граждан на любом уровне, тем эффективнее работает и решает насущные вопросы людей, резюмирует он. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.